Поздравили медиков накануне Нового года волонтеры акции «Мы вместе» и партнеры проекта «Окружные предприниматели». Пироги и торты вручили врачам и медсестрам скорой помощи окружной больницы и ковидного отделения. Подробности у Ольги Русул. Чтобы вам хватило сил в вашем легком труде. И хотим вам подарить небольшой подарок в виде пирогов. Волонтеры всероссийского проекта «Мы вместе» с бизнесменами Нарьинмара с почетной миссией объезжают медицинских работников. Сначала поздравление коллектива скорой помощи, потом делегация направляется в главный корпус окружной больницы и в ковидное отделение. Будем стараться и охранять здоровье граждан в новогодние праздники. Спасибо огромное. Партнеры проекта, предприниматели, всегда с желанием откликаются на такие акции. К слову, такое спасибо медикам, волонтеры «Мы вместе» говорят уже второй год подряд. Как только слышим, клички дают. Бывает, что мы не сами инициаторы, но если попросят, мы всегда участвуем в благотворительных акциях и с удовольствием поддерживаем. И невозможно было остаться в стороне. Это просто и дата, и мы преисполнены действительно такой благодарностью огромной к этим людям. Это всероссийская акция называется «Спасибо врачам». Волонтерский центр, а также бизнес-сообщество города Нарьинмара хочет поздравить врачей, уделить им такую вот минутку внимания, подарить новогодние подарки, вообще сделать нашим врачам праздничное настроение в канун Нового года. Акция «Мы вместе» объединила страну в борьбе с ковидом. В рамках всероссийского проекта волонтеры оказывают помощь пожилым людям, медикам, сотрудникам социальных учреждений и другим нуждающимся. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».